резолюция по санкциям, резолюция по трибуналу нашего хорватского коллеги и моя резолюция по культурной идентичности и то, как фактически Россия пытается стереть нашу идентичность, и это часть геноцидальной кампании, более широкой, которую Россия проводит против украинцев, и, собственно, и как раз и все эти выставки и книги из Харькова. Я попрошу, покажи, Саш, покажи, пожалуйста, эту выставку, если есть возможность, очень коротко, потому что мы очень много о ней говорим, мы еще сделаем материал. Еще, да, это Postcards from Ukraine, листовки из Украины, то есть показывают, как выглядели украинские культурные объекты до атаки и после. Конечно, мы хотим их и защитить, и отстроить. И у нас есть книги из Харькова, я даже когда выступала, представляла свою резолюцию, я показала книгу харьковского издательства «Виват», которая пережила эту атаку. К сожалению, 7 людей, которые печатали книги, были убиты Российской Федерацией. И это еще один элемент, то, что даже хотят уничтожить издательства, которые печатают украинские книги. То есть это все не какой-то коинциденс, да, это так спивпало. Это инструмент войны.